Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Нож Бёкер, автомат Калашников 14. Его тесты сегодня у нас будут. Нож предоставлен магазином про ножи. Ссылка находится под видео. Интересный магазин, занимается продажей ножей в основном европейских брендов, цены в долларах. Поставками не занимается напрямую с Европы. Кому интересно, перейдите, посмотрите ассортимент. Ну, в общем-то, вот такой вот ножик. Сейчас я вам сразу покажу его кухонные тесты. В общем-то, ну и в принципе я порезал свиной карбонат на стейке, порезал яблоко. Ну, в общем-то, о складных ножах в плане кухни какой-то я сужу достаточно просто в последнее время. Если нож способен порезать бутерброды, разрезать яблочко, это складному ножу вполне достаточно, в общем-то. Ну, так как на кухне я, в принципе, все равно возьму какой-то нож с фиксированным клинком, в общем-то. Ну, и в какие-то походы, чтобы по кухне работать. Ну, в общем-то, есть такие признанные складные кухонники, как Опинель, Викторинокс. Ну, в общем-то, все остальные складные ножи, как бы, если способны сделать бутербродик и яблочко разрезать, в общем-то, зачастую большего нам и не надо. Ну, в общем-то, с кухней нож справляется. Давайте немного по его параметрам. Длина клинка 92 мм. Длина полезной режущей кромки 89 мм. Спуски у нас от середины клинка. Слабо вогнутые. Сталь 440C. Изготовлен нож в Китае. Ладно, друзья, сейчас немного скажу о формате. В общем-то, подстригаю я дерево. Ну, вы увидите это все в ускоренной съемке. В общем-то, перед этим порежу бумажку. Ну, так как людям зачастую не настолько интересно смотреть, как человек вообще строгает дерево. Ну и, в общем-то, поэтому все это будет происходить в ускоренном режиме. Ну и давайте, друзья, сейчас я перехожу к тестам по дереву, а потом мы также потестим. Тут у нас есть стеклобой, есть тропорез. В общем, нам будет с вами чем заняться. Ну что ж, друзья, поработал я им немного по дереву. Давайте какие-то выводы сделаем быстрые. Давайте по стали. Сталь 440C должна быть неплохой. Но вы знаете, изначально из коробки она, в принципе, нож заточен, но не идеально, друзья. Можно было бы напасть и подправить, но я решил тестировать на заводской заточке. В принципе, нож острый, но заточен не идеально. Ну, в общем-то, в принципе, не сказать, чтобы сильно режущая кромка прям пострадала. Давайте по удобству. Ну, в общем-то, вот молоточным хватом. Ну, вы видите, тут такая у нас, такое углубление, тут насечки. Ну, в общем-то, не сказать, что это прям удобно, в принципе. Ну, да, вот немного нож впивается. Но, с другой стороны, это все-таки нож такой больше дизайнерский. В общем-то, поэтому что-то требовать при таком хвате. Ну, в принципе, вроде все удобно. Ну, в общем-то, и таким хватом в целом можно поработать. С другой стороны, ребят, я не думаю, что вы возьмете такой складной нож, который, в общем-то, ну, больше дизайнерское изделие, чтобы как-то работать долго по дереву, до каких-то продолжительных работ. Ну, в принципе, давайте какие-то промежуточные итоги. Продукты нож порежет? Порежет. С такой толщиной по обуху 3 мм.
в общем-то, и вогнутыми спусками, в принципе, без проблем. А длины же кромки зачастую не хватает. Ну, в принципе, порезать можно. Дерево построгает? Построгает. Да, тут у нас вогнутые спуски, хоть и они достаточно слабо вогнутые. Ну, мы с вами знаем, что вогнутые спуски не лучший вариант для строгания дерева. Но все-таки построгать им что-то можно. Какой-то щепы, например, на костер, еще что-то. Ну, в принципе, поставили какие-то выводы. Ну, еще рановато делать, пока еще толком-то ничего и не понятно. Ну, вроде бы, в целом, все нормально. А теперь борьба с пьянством. Вонючее пойло. Что ж, друзья, мы сделали мир лучше. Он стал... Мы очищаем мир от алкоголя. Он стал чище на две банки вот этого вот говна. Нож я промыл. Давайте на покрытие посмотрим. Небольшие царапины появились после рубки и реза данных банок. Давайте на режущую кромку посмотрим. Ну, в принципе-то, ну, резать нож не перестал. Не перестал нож резать. Нормально все с ним на самом деле. Нормально, друзья. Так, справляется. Такая достаточно она уже прочная у нас. Без проблем. Контрольный раз. Где-то чуть подзайдает. Давайте еще раз на верочку. Так, ну что ж, небольшие тесты стропореза. Так, справляется с достаточно неширокой стропой. Ну, в принципе, без проблем. Так, теперь давайте кусок каната разрежем. Ну, понятное дело, не стропорезом. Так, ну, вроде получилось. Давайте еще раз. Ну, вот так вот, короче, он режет. Так, ну что ж, друзья, тесты стеклобоя. Пивная бутылка пустая. Сложим ее в пакет, чтобы осколки не разлетелись. Друзья, соблюдайте технику безопасности, если вдруг захотите что-то подобное повторить. У меня вот две перчатки одета, такая тактическая и сверху еще рабочая. Ну, кстати, этого тоже может быть недостаточно. Ладно, вот стеклобой. Давайте проверим. Так, не получилось с первого раза. Давайте посмотрим на стеклобой. Ну, подзамялся стеклобой от пивной бутылки. Вообще-то это возможно, конечно.
Ну вот, посмотрите, что со стеклобоем случилось. Бутылка из-под водки. Продолжаем тесты стеклобоя. Без проблем. Кусок шифера. Так, ну и что ж, давайте в таком случае, раз у нас куски каната остались, ну небольшой канатный тест. Ну это не такой канатный тест в привычном понимании, а так просто ради интереса посмотрим, насколько это все удобно и какие-то дополнительные выводы это нам поможет сделать. Так, ну что ж, друзья, промыл я нож, давайте посмотрим. Что-то еще... Ну что-то еще пытается даже резать. Ну да, села, конечно, заточка. Но, в принципе, вообще... Так, ну давайте еще пару резов. Ну да, есть, конечно, замины, затупление режущей кромки. Ну что-то он даже режет еще. Что-то режет. Так, ну ладно. В общем-то, что по данному ножу хочется сказать. Давайте какие-то итоги подведем. В общем-то, нож продукты способен нарезать. Способен. Способен сделать бутерброд, разрезать яблоко. По мясу, кстати, неплохо работает за счет вогнутых спусков. Далее. Нож способен построгать дерево? Да, способен. Это будет не так удобно, как каким-то ножом с прямыми спусками, со сканди спусками и прочее, и прочее. Ну, в общем-то, вы знаете, друзья, что ножи со сканди спусками хуже работают поэтому по продуктам. В общем-то, вот. Далее, канат натянутый, можно им перерезать? Да, можно. По дополнительным функциям. Стеклобой у нас работает? Да, работает. Он замялся. Ну, в общем-то, при этом я не думаю, что, несмотря на то, что он замялся, вы стекло им не сможете разбить. Да и к тому же, вам, я думаю, каждый день не приходится стекла какие-то бить. И, в общем-то, если он будет с нового состояния заточено лежать где-то в какой-то критической ситуации, стекло вы им разбить сможете. Далее, что у нас? Ну, стропорез. Стропы режет? Режет. Широкую и узкую перерезал. Веревку тоже вполне способен перерезать. В общем-то. Чуть похуже, кстати, по-моему, флиповать стал. Хотя нет. Ну, в общем-то, продолжает нож флиповать. А люфты. Кстати. В принципе, каких-то не появилось. Небольшие шаты присутствуют. Ну, совсем небольшие. Но, в общем-то, не критично. Вот, немного разочаровала меня заточка из коробки. Нож, конечно, был готов к работе. Но все равно, друзья, все-таки от Бёкера вы ждете большего всегда. Ждете лучшего чего-то. Ну, в целом, в общем-то, вот так вот, короче. Ну, это все-таки китайская линейка, нож-бюджетник. Однако, друзья, несмотря на то, что в целом нож какие-то задачи выполнить способен, все-таки он является больше дизайнерским. Рукоять хоть и неплохо заполняет руку и вообще в руке достаточно удобно, образцом эргономики не является. Все-таки, ребят, это нож разрабатывался по лицензии нашего конструктора Калашникова. Ну вот согласитесь, что вот если бы вам предложили разработать нож, в общем-то, по мотивам автомата, если это вообще возможно. Но все-таки, друзья, вы бы не стали делать что-то сугубо такое утилитарное, вы бы попытались все-таки какие-то формы интересные ему придать, какое-то сходство с оружием. И, на мой взгляд, это удалось. Дизайн – это вещь, конечно, на любителя,
Ну, в принципе, если вот такой вот нож нравится, то взять, я думаю, можно. Рукоять алюминиевая, вот неплохо, на ладонь заполняет. Вот тут вот на лайне насечка островатая. Тут, в принципе, в общем-то, вот этот выступ. Как-то палец, если расположить. Ну, кстати, можно. А вот при работе стеклобоем, если вот так вот удерживать, все-таки в ладони успевается, конечно. А, ну, в общем и целом, ну, неплохой нож. Нож как бы больше дизайнерский, чем какой-то утилитарный, рабочий. Но, с другой стороны, друзья, вот эта вся нажимание, она уже давно не является тем, что поиском каких-то сугубо утилитарных ножей. Ну, и поэтому такой нож, конечно же, имеет право на существование. В принципе, каких-то особых недостатков не выявлено по нему во время тестов. Где место этого ножа? У ножа нету клипсы, для него есть чехол. Но обо всем этом еще будет обзор, разбор всех тонкостей данного ножа. Ну, мы об этом с вами поговорим. Вот. Клипсы на нем нету, он носится в чехле на поясе. Ну, в городе каждый день. Но обо всем этом мы попозже обсудим. Но мне кажется, что оптимальное место у него это в бардачке автомобиля. В принципе, на пикник поехали, можно и продуктики порезать, и какой-то щепы настрогать. В общем-то, и все-таки для экстренной ситуации здесь есть у нас и стропорез, которым ремень безопасности, не дай бог, конечно, можно перерезать. И, в общем-то, сколько этих канатов, ошметков. И, в общем-то, стеклобой тоже есть. В принципе, кто его знает, когда он пригодится. Нож такой тяжеловатый. Ну, как по мне, достаточно интересный. Ладно, друзья, еще будет видео по данному ножу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.